Островский. «Гроза». Монолог Катерины. Отчего люди не летают? Отчего люди не летают так, как птицы? Вы провинциальная драматическая актриса. Такая ли я была? Я жила! Ни о чем не тужила! Точно птичка на воле! Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу. Работать не принуждала. Что хочу, бывало, то и делаю. Вы 20 лет отработали дальнобойщиком. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Вот стану я, бывало, рано. А коли летом, так схожу на крючок. Умоюсь там, принесу с собой водицы и все. И цветы там в доме полью. И у меня цветов было очень много, много-много цветов. В вас вселился дьявол. А потом... Пойдем с маменькой в церковь. И всей странницы у нас полно. Дом странниц, да и богомолок. А придем из церкви и сядем за какую-нибудь работу. И больше по бархату золота. Вы только что получили Оскар. Так и до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я пойду и по саду погуляю. Ошибка. Оскар придется вернуть. Потом к вечерне, а потом опять рассказы до пения. Так хорошо было, а? Вы прямо сейчас делаете депиляцию. Точно! Как все это в одну секунду было больно. Маменька говорила, что все бывало смотрит. Все бывало смотрят на меня. Что со мной делается? А знаешь... Вы меланхоличная ведущая погоды. В солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет. И... В этом столбе ходит дым, точно облако. И вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. На землю летит огромный метеорит. А то, бывало, ночью встану, и у нас тоже везде лампадки горят. Да где-нибудь в уголке и молюсь до утра, Господи, или рано утром, и в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колено и молюсь, и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь, о чем плачу. Браво!